Всем привет, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по расширению. Хочу вам напомнить Bitter.io, где мы зарабатываем биткоин сатошики. Старое доброе расширение, работает, платит, все замечательно. Сегодня мне пришел вывод. Значит, я заказывала вывод, сейчас покажу. Виндрафт 13500, так, 13520 биткоин сатошиков, так. Ну, все делается здесь через почту. Вот сейчас, вот, 2 часа назад мне пришло вот письмо извещения, что биткоин сатошики прибыли на кошелек. Переходим на Coinbase. Вот еще они в пединге. Плюс 0.30 13520, так. Все замечательно. Расширение платит. Вот здесь вот появится значок после установки. И мы нажимаем на значок и просматриваем рекламку. Также здесь есть уровни. Как бы первый левел, второй, третий. И естественно, чем больше уровень, три уровня, тем больше биткоин-сатошиков. И у меня, так, есть аналогичное расширение. Трафик.лу тоже, это уже новое расширение. Здесь вывод поменьше, если в Bitter.io минимальный вывод 10 тысяч, здесь минимум 6 тысяч биткоин сатошиков. Вот мы видим, у меня уже почти минималка набрана, хочется уже поскорее. Завтра уже поставлю на вывод, наверное, просмотрю. Вот. А потом уже как бы проверить на вывод, уже можно большую сумму собирать. Так, ну, кому интересно, пользуйтесь, заходите, кто забыл. Все работает, платит. Всем удачи, больших заработков, до новых встреч.